Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Dark Souls или Seeders. Не знаю, как правильно назвать английский, я не знаю. Так, у нас какой? Вот это, да, по-моему? Время игры 45-20, ну, думаю, да. По времени оно последняя была загрузка. Так, чтобы двигаться вдоль труб и канатов, подпрыгните и ухватитесь за них. Ну, это, конечно. А значит, как мы будем двигаться-то? Так. Это вот где мы оказались. На. Ну-ка вот так вот. Дуак. Нет, я могу, вообще не могу. Я думал, это не могу разрубить, мне души надо собирать. Мне же что-то покупать надо будет. Да. Оп. Ба, получилось. Сколько душ я себе собираю вот сюда? Сколько? Два раза нужно, да? Да. 31. Ну, немного, немного. Но, тем не менее, я их, по крайней мере, собираю. Два. Здесь какая-то потайная, нет? Нет. 100 лет проспал. Да тихо ты. Да. Так, пожиратель хаоса переполнен энергией, его разрушительная мощь растет. Опа. Получается, он сильнее стал. Да подожди, блин, я за тобой, ты от меня. Иди сюда. На. На. Подожди. А тебе еще люлей навесу. Вот так. Торный ворон. Что ж ты бьешься, блин? Там никого нету. А нет, смотрите-ка. Кто-то есть. Да. Эпично. Бум. Да. Нифига в размахе, я дебилы могу. Так, подождите, давайте по карте посмотрим. А нет, вот здесь вот мне надо по заданию. Давайте пока туда немного пройдусь, посмотрю, что там. Ну-ка, много ли я тебе столбом нанесу урона? На! На! Ну так-то, да, он сразу делает. Так, ладно, потом сюда пойдем. Опа. Это такой мини-удар, такой мини-блок, я даже не знаю, как назвать. Что-то за рогатки тут поставлю. Мне его надо одолеть надо сейчас. Ты убил многих моих воинов. Настоящих воинов среди них не было. Знаешь ли ты, кто заточен здесь? Есть те, кого стоит бояться даже тебе, всадник. Раньше ты был силен, но теперь ты слаб, а еще ты одинок. Разрушитель знает о том, что ты идешь. Он уже собирает против тебя свои легионы. Тогда почему ты дрожишь? Нас людей навешаем. Убейте его! Получил.
будет. Это, надеюсь, не кровь. Хотя, скорее всего-то она и есть. И кому-то для поклонения. Сюда. Бегу. Всего-то одна горгулья, изрыгающая кровь. Наверное, кровепровод засорился. Так, что-то. Этот, а что у меня за кнопку? Что она делает? Какая-то дополнительная атака. Заставляй меня ждать, всадник! Всего-то одна горгулья, изрыгающая кровь. Наверное, кровепровод засорился. Подожди. А я должен был здесь оказаться? Так, в хронике занесено новое логово. А, понятно, ты перемещаешься. Приветствую. А как я должен был сюда попасть, по идее? Обойти, если только. Вот потуда. А, так ты, падла, так сделал, а я должен был обойти. Тебе не кажется, что ты как-то перебарщиваешь? Да. Ну и что я тебе могу сделать? По пути тебе могут попасться предметы, обладающие для меня особенной ценностью. Любая вещь, любой осколок, все, что можно назвать артефактом легиона падших. Принеси мне его так. Оружейник. Эффект при использовании так увеличит урон, наносимый оружием. Погибель. Эффект при использовании постоянно вырабатывает энергию ярости. Подождите, перемещаться надо. Так. Подземные клинки. Ага. Новая коса. Тяжелое изогнутое лезвие косы способно поразить несколько врагов одним широким ударом. Легендарная коса, смерть одним движением может погубить нескольких врагов, так как она приносит хозяину больше душ. Так, ну это вот комбы. Ну погибель, это видимо прокачка самого меча. Живые эссенции, неумирающий. Пустой сосуд. Да блин. Не дух, закрыто пока. Ну ладно, мы потом будем прокачивать. Приветствую. Подожди. Сначала мне надо насобирать. Это я точно знаю. Так. Всадник. Да иду я, подожди. Мне души-то пойдут, нет? Не заставляй меня ждать. Да. Подожди ты. Что ты меня вниз хочешь прыгнуть заставить? Всадник. Что?
кого-то одна горгулья, изрыгающая кровь? Наверное, кровепровод засорился. Ага, здесь нахрена ты мне здесь нужен? А вот это-то что такое? Толкать. Куда толкать-то? Всего-то одна горгулья, изрыгающая кровь. Наверное, кровепровод засорился. Все, понял, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я даже не понял, что здесь надо было делать, а вот так вот оказывается. Так, и теперь эти горгули, я так понимаю, тоже надо подвинуть. Давай. Вот. Война! Решил стать моим палачом? Тогда тебе нужно было прийти с братьями. Не тебя я хочу убить, Самаэль. Значит, разрушителя. Тебе он не по зубам. Да и мне тоже. Тюрьма сделала из тебя труса? Может, способ и есть, но тебе придется попасть внутрь цитадели Разрушителя. Башню стерегут четверо его приближенных. Принеси мне их сердца и не задавай вопросов о том, почему я решил тебе помочь. Где же найти этих сторожей? Начнем с Сумрачного Собора, где свила себе гнездо Тиамат. Королева всех летучих мышей. Все ее владения — изгарное пекло. Пешком ты туда не доберешься. Найди возвышенность и используй это. Крылья дали. Принеси мне еще бьющееся сердце. Так, задачу поняли. Ладно. Далеко ли мне туда? Война может планировать на этих сверхъестественных крыльях. Выполнив двойной прыжок, нажмите, удержите пробел, чтобы использовать это умение. Чтобы подняться высоко в воздух, найдите поток теней. Ага. Типа парашютика. Так, вот он, поток теней. Куда надо планировать. Так, чтобы преодолеть. Ну, мы уже поняли. Только для начала мне надо туда сходить. Душ подсобрать. Либо на прокачаться. Опа. Блин, нет, ты так долго будешь спускаться. Конечно. Ой. Ну давай. Что-то значит. Ну-ка. Еще разок. Нет, ничего. Ладно. Так. Блин, у тебя покупать надо, надо душу прокачивать. Так, где у меня автомобиль? А что тут такой бедный-то, нету никого? На!
автомобиль. Ой-ой-ой. Тяжелый выбор. На. Ой, так, потому что по карте я должен уметь бродить туда-сюда. Ладно. Надо закупаться, сохраняться, закупаться. Где тут? Ой. Я куда нажал? Данные. Сохранить. Да. Самаэль не разорвал так, тебя на части. Посмотрим, что у него можно приобрести. Так-то у него. Так. Please take your time. Оружие. Предметы. Так, восстанавливаю часть энергии. Так, это вообще не то. Оружейник. Эффект при использовании увеличит урон, наносимый оружием. Так, ну take your time. Апперкот мечом, если был бы не меч. Коса смерти, коса жнеца. Ну, косу жнецу-то да, накопить бы еще. Так, подземные клинки прокачивать. Каменная кожа. При использовании расходует энергию ярости. Плоть войны становится крепче, снижая наносимый врагами урон. Пока ладно, пока обходимся и так. Не понял. Только где тут параметры? Вот так. Данные. Сохранить. Конечно. Нет. Все. Папа. О, там кто-то бегает. О, и вы появились. Да. Вот это подожди. Да, так, ладно. Кто-то еще был, подождите. Точно помню был. Вот они. Да. Хочу машины. Подбросил. Души мне нужны, блин, 5000 насобирать. Это только на косу. Ну, в принципе, если сундуков вот этих хороших, то почему бы и нет? Так, комплект тогда получилось. 4 было. Сколько же у тебя проиграл? Ну, пятерку поимел. Так. Здесь что? Или здесь потом? А, нет, смотрите-ка. Оп. А вон там красная штука еще какая-то. И вон там потом еще можно... Где вы? Кто кричит? Так.
А как мне туда попасть? Подожди, стой. На. Я должен как-то зацепиться. И как-то перебраться туда. Нет, так не пойдет. Вот видите, какую-то штуку надо разбить тут. Так, надо что-то швырнуть. Я что-то все исшвырял. Либо у меня должно быть что-то стреляющее, какой-нибудь артефакт. Так, 1000 душ мы... Вау. А что здесь? Что-то можно стихнуть? А что такое? Тут оружие, ладно. Ладно. Еще разок посмотрим. Нет. Так не пойдет. Может, какая-то способность у меня потом будет лазать. Тот же тоже до высоко был. Сундук в прошлой игре. Опа. Да куда ты? Подожди ты. Да убегай, убегай! Да. Блин, это тварь помешала. Подожди. Во мне зеленые эти штуки последовали. Конечно. Но я должен был собрать, как я понимаю. Да. Так, ладно, подождите. Там у меня что-то есть? Кто-нибудь? Эй! Ну вот на вас что ли не нажиматься? Ладно. Сейчас завалим все дело. Ай-яй-яй-яй-яй. Это непростительно с той стороны. Так. Есть кем жизнь поправить? Так, ну ладно. Так, и крылья-то еще недолгие. Понятненько. Кристаллы. А, вот дерево какое. Тихо. И этого добил.
прекрасно. Так. Опа. Надея. Смотрим, чтоб сундучок, мало ли где тут сундучок. А по картам он перестал появляться, потому что в прошлые разы он не появлялся у меня. Экс. Нету, ладно. Что мы имеем? Вон туда можно, по идее, как-то. Ах, как, лопасти нет, так. А вон сундучок. И заметьте, опять почему-то не могу его взять. Лава. Может, мне она нужна? Давай, где ты? Да нет, что-то сомневаюсь, конечно. Какой-то навык у меня должен быть. И как я понимаю, вот это, видите, в виде кольца туда что-то цепляться, наверное. Все. Больше мне туда не надо. Все, хватит, находился. Так, ползем. Эти твари, правда, тоже умеют ползать эти стены. Ну, ничего. Куда ты лезешь? Я тебе повылазил. Ага, она так и будет, ушел. Мне куда надо? По потолку. Господи, как тут все продумано-то у вас. Вот так. Сделать не могу. Тварь вонючая, блин. Своими прыжками. Ассасин, когда не надо, прыгает. Вот сейчас с этим проблемы. Кстати, а зачем там, если вдруг не долетишь? Ну ладно. Пещера тогда большая. Так, или куда? Плохо. Давай. Рельсы. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал. Поезд запоздалый. Ну так, ой. Так, ну мы поняли тебя. Привет. Что вот у тебя можно? У меня уже 1000 есть. Можно, конечно, так.
косу взять. Тяжелое изогнутое лезвие косы способно поразить несколько врагов одним широким ударом. Так, подземные клинки. Я хочу на вот это, коса жнеца. Так, одним движением может погубить нескольких врагов, так как она приносит хозяину больше душ. Ну, будем копить на нее. Ой. Так, ладно. Так. Ну и это еще не все. Что у нас по карте? И сюда есть, и вот сюда, куда мне надо. Ну пока пойдем туда, куда мне не надо. Потому что в основном туда, куда не надо, там лежит то, что мне нужно. Вот такая вот логика. Так, это шип у дерева вырастает, хрен знает откуда. Ну я туда пока не буду падать. Вот вроде даже карта туда не показана. Хорошо. Подождите. Сначала сюда. Видите, не показывали на карте душ. Не показывали. А почему не показывали? Я не знаю. Вроде должен быть показан, вроде как этот. Вот на карте это показано, были души тебе. Где они хранятся. Полицейский участок. Давай. Я вот здесь побил. Так, ладно. Собираем, собираем. 5000 Что у нас здесь есть? Я еще не опробовал.
потом на этих людях. Он стоит 200, правда. Смотрите, оружие валяется. Нет, не могу взять. Нет, не стоит слез. Да ты это, господи. Халик тут не позорился бы. На. И... Есть. Разрубил. Так. Там якобы перелететь можно. Нет, мне нужны души. 5000. И это без всяких бомб еще заметно. Одним ударом. Так, ну-ка покажи мне, у тебя карта есть вообще? Как мне вот тебя, блин, чтоб ты мне карту-то открыл? Плиз. Чем скромный торговец может тебе помочь? Да. Вот так вот за вами охоту буду вести. Где вы есть? Подожди. Да. Да. Да сейчас. Да. Сам понятно. Да. Так, слушай. И тебя тоже туда же. Об стенку нахрен. Вот так. Какая крепкая машина. На. Итак. Сколько-то душ мы собрали. Пять. Пять тысяч.
Нет. Где тут трупик ходил еще один? Я его случайно завалил. Вау, кто-то вон, он летучая мышь. На. Так. Вроде с этим у нас проблем нету. Вот этот рука мне вообще нравится. Вот видите, какая мощная. В реале поставлен такой. Дай крал. Так, дал, так, дал. Больше не просят. Ну и ложу под одеяло вот этой рукой, да. Боже, ручище да ручище. Опа, смотрите, кто-то кого-то мощного вызвал. А нет, все разрушаешь, все разрушаешь эти. Появляется эта штука, если все надгробия разбил. Вот такая вот мулька, смотрите. Даешь твою мать-то. Найдя 4 осколка, можно собрать камень жизни, который увеличит максимальный запас здоровья войны. А, вон оно что, вот оно. Где ты? Да я разве сюда тыкал-то? Так, найти и добыть сердце. Это я вот сейчас здесь. Удушливый удел. Так, да. Да это мне, нет, это мне не то, куда ты зашел. Подожди. Вот сюда. Вот, видите, черепушку. Осколок камня жизни. Это еще как камень смерти, что ли, тогда будет. Вот так вот. Надо. То ли в интернете посмотреть, хотя так будет неинтересно. Где что и как собирать. Так что будем так искать. Может, я где-то упустил уже один камушек этот, или они будут появляться периодически, независимо от того, на какой карте я. Да, бывает так вот. Так, здесь у нас что-то есть. Ух ты. О, подождите, смотрите-ка. Это я куда попал? В подземелье. Какой-то тайный уровень. Собрал. А, все, понял, дополнительная атака, это он там ставить можно. Все, понял, теперь что-то за дополнительная атака. Ой. Какой-то, найдя 4 осколка, можно собрать сердце ярости, которое увеличит максимальный запас энергии ярости. Вот. Итак, смотрим. Вот он у меня. Раз, два, ну 4. Здесь 4, здесь 4.
Все нормально. Так. Ну, вот осколочек мы нашли. И здесь один осколочек, и там один осколочек. Нет, не убивается. Как вот эту штуку, я уверен, что она... Что вот ее надо разрушить, и тогда я дальше смогу пройти. Только как это сделать? Так. Нет. Отпускайся. Ну-ка, еще разок. Блин, нет. Она кого-то сфокусировала. Так. Опа. Нет. Ладно, потом придем. Какого-то навыка или оружия, предмета какого-то не хватает, который позволяет вот эти штуки-то убивать. Потому что я уверен, можно вернуться. Так, это что у меня? Брось. Так, а это тогда что у меня? Чего бросать, я не понимаю. Ну что-то могу бросить. А, вот этого тоже разбудить можно. Да. Бум! Я пришел за разрушителем. Братья говорили, что ты придешь. Но меня удерживает сильное проклятие. Я не смогу тебе помочь. Любое проклятие можно снять. Да, наверное. Вокруг нас в мире теней скрываются слуги разрушителя, невидимые другим. Это их кровь, и мы связаны. Их кровь освободит нас. Я более не могу ходить по миру теней. Я лишён большей части своей силы. Тебе не надо вступать в него. Я дам тебе власть видеть тот проклятый мир на время. Но ради чего все это? Осталась ли у нас хоть малая надежда одолеть разрушителя? Конечно. Надежда не принесет тебе свободу. Да. Ух ты, новая способность. Вот так вот надо ходить. Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. Так, хорошо, а как я это должен сделать? Но у меня навык какой-то должен быть. А, вот. А, полет среди теней. Ну это полет, это крылья мне дали. Это мне не надо, пустой сосуд этот. Так, из ножей. О, он у меня переполнен. Так, пожиратель хаоса, улучшение. И так, также лишенный былой силы. Удар. Нет, удар мне не надо. Вот он полыхает, переполнен. Что-то как-то его разрядить, что ли, можно? Это я не понимаю, конечно, пока что. И вот здесь что-то можно тоже выбрать.
Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. А как я должен их видеть-то? А, вон они! Я их, в смысле, так могу видеть. Это вот, смотрите, мини-миссия такая на карте. Да блин, где карта? Вот они. Мини-миссия такая. Раз, два, три, четыре. Это от основной миссии отличается. Ладно, давай. Я принимаю этот кипиш. Так, здесь никто не восстанет. Нет, смотрите-ка. Хотя наверх, вот, по идее, так. Схватись, да заберись. 100 лет людей не было. Вот как все демонически поросло-то. Телепортировался. Блин, как у вас здесь все замучено-то, господи. У каждого хрени свой замок. Как в Бличе второй сезон там кто. Так, ну вот это я вообще в расчет не беру. Одолейте 40 врагов за отведенное время. Не израсходованное время вы получите награду в виде душ. Придется постараться маленько порубить тогда вас. Полагаю, для подобных тебе это не проблема. У тебя есть нечто этакое. Так, для начала заберем жизнь. Вот еще один осколок, я так понимаю. Нет, это был не осколок. Так, минутку, подождите. Она неразбиваемая. Все. Идем отсюда. И первого демона мы одолели, я так понимаю. Ну,
прекрасно себя чувствую, кстати. Идем ко второму. Он здесь недалеко был. Так. Давайте-ка еще пойдем. Так, эти птицы появились, кто они, летучие мыши? Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. Это я для тебя, да, я тебя вызвал, вообще-то думал, может, ты поиском... Ага, сможешь мне поиск организовать, там, я не знаю. А ты мне просто задание напоминаешь. Это я без тебя знаю. Так. Сила переполняет меня. И... Не, определенно мне эта игра нравится. Пока что. Пока что она меня не разочаровала. Так. Здесь надо опять что-нибудь типа такого же замутить. Одолейте 50 врагов до того, как болезнь прикончит войну. За неизрасходованный запас здоровья вы получите награду в виде душ. Так, а теперь меня отравлен якобы. Воздух он отравлен. Все с вами ясно. Так. Опа!
понравилось. Можешь повторить? Могу. Вот смотрите, уже два этих глаза открыты. А, потом здесь потом что-то, видимо, будет. На. Забираем. Забираем. Так. Все собрали. Все. Вот еще одна печать сорвана. И бежим. Интересно, если все фонарные столбы. Нет, это будет слишком глупо, если все фонарные столбы тоже. Уничтожим. Понятно. С вами все понятно. Заходим. Это какой-то большой такой. Смотрите, три должно быть таких значка. Так. Начинаем. Что надо здесь делать? Ой. Маленьких и слабых врагов можно убить с одного удара в любой момент. Это вот это маленький слабый. Крупных созданий перед убийством придется оглушить. Ну, это понятно. Воспользуйтесь Е, чтобы убить с одного удара небольшое или оглушенное существо. Ага. Убейте 30 врагов, каждого с одного удара за отведенное время. За 30, короче, понятно. С одного удара 30 штук. Давай, сейчас их ловить надо, правда. На. На. Так. Вот так. Будем вот так пока действовать. На землю что-то же не упал. Да подождите. Вот это вот он у меня убил. Еще.
Печати сорвано. Четвертую печать надо. Пойдем посюда. Опа. Шипы, колючки. Что за атрибутика такая? Не понимаю. Думаете, это ужасно? Думаете, это круто? Да нет. Слушай, как-то по-детски, наверное. Итак. Так. Давайте смотреть, что у нас здесь. Так, не смейся. Так, нажмите, удерживайте Б, чтобы нацелиться на врага. Так, нажмите, удерживайте, чтобы война подбросил противника в воздух. Нажмите несколько раз, чтобы поразить врага воздушным бомбом. Одолейте 5 противников при помощи воздушных комбо за отведенное время. Так. Если не ошибаюсь. Пробудились инстинкты войны, позволяющие ему отражать прямые удары и атаки с расстояния. Для этого нажмите так точно перед моментом удара. Прекрасно. О. Какая из них молос 5-то? Так, это не то. Да хотя нет, это тоже то. Давай. Хрен его знает, что там будет. Так. Раскладка клавиатуры. Моус 5, левый альт. А, ну это блок у меня, ну. Блок удар. Сюда. Так, ну вот Б. Переключить фокус. Фокус. Переключить фокус. Так можно просто на F было нажать и все. Все удерживать. Неудобно же удерживать. На. Так. На.
Все, все четыре зажжены. Ну давай, каменный голем. Попробуем. Посмотреть. Кажется, это последний. Надо выбираться отсюда. А он разве у меня здесь стоит? Подожди. Если я правильно помню, мне вообще, по-моему, сюда надо было, или нет? Или я просто по миссии так и шел? Ой, мне кажется, я по миссии так и шел. Да? Блин-блинский. Опа! Это что за... Пробудись! Как ты лежал так? Удобно ли тебе было? Предки благодарны тебе. Итак, азбука, страница 122-123. Читать. Так, война начинает наносить больше урона, используя в качестве оружия окружающие предметы. Ну, видимо, со временем открываются это. Улучшение оружия должно быть прикреплено к оружию в разделе кузня снаряжения войны. Так. Я так понимаю, где-то здесь вот это должно быть. Ну, вот так. Ну все, понял. Так, это мой рог, блокирующий контрудар. Пассивные способности, так. Ну и вот здесь вот. Ладно. Идем далее. Что-то мне по ходу игры открывается. Понятненько. Давай. Никаких нет приколюх. Вот так. Опа. Давай. На. Или умею.
Нет, этих кристаллы нет. На. Опа. Кто тут есть? Ну я так и думал, конечно, что здесь. Да. Просто его отстать, я буду отсюда пришел, так я мне туда и надо, просто закрыто было. Не надо мне тут горбатого лепить. На! Опа! Опа! Давай, пойдем, пойдем, пойдем. На. 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 Блин. Ой. На. Что за не вижу летучий. О, торговец. На. Что? Ты где, внизу что ли? Еще раз. Подожди, вот так. Цыц. Вон, видите, значок стоит, торговцы. Значит, где-то. Нормально пока. Душу-то собираю. Так, это я где? Не понимаю. Так, найди 4 осколка, можно собрать камень жизни, который увеличит. Так. Ну, 2-то осколка я уже собрал. Здесь собран. Ну все. Только на всякий случай поговорю. Нет. А подожди, у тебя что, осколок ярости можно купить, что ли? Ну-ка. Так, оружейник погибель, осколок ярости. Кстати, да, смотрите.
Take your time. Блин. Вот тебе и осколок ярости, ладно, нет. Извини, мы копим на другое. Давай, до свидания. Стоит спускаться? Конечно, стоит. Вон там зеленая штучка какая-то. У меня такой еще не было. Так, этим древним знаками награждали бойцов Адского легиона за кровные победы в дни последней битвы. Вульгрим будет рад получить их. Блин, что, опять к нему бежать? Да и вроде и не пряталась эта штука-то. Просто в сторонке стояла от всех. Вот так вот, смотрите, сейчас за поворотом, опа, за колоночкой что-нибудь еще стоит. Туда можно как-то попасть? Нет. Ну, посмотрите, на мост зато можно, вот видите? А, туда. Туда, потом туда. Это все по этому, по фэншую, все по игре здесь. По линейке. Так, ну сюда мы спустились уже, взяли, что хотели. Пойдемте посмотрим, что он нам за этот осколок может предложить. За эту награду. Кстати, награда там, кстати, моя, мои братья и я награждался только ей. Нахрена вот она ему нужна. Ну давай, торговец. Так. Мне знаешь, что надо? Ну давай, на что ты мне можешь обменять? Вау, почти, ни хрена, ты мне на душе обменял. Все. Ну так-то можно зарабатывать. Чуть-чуть осталось-то до косы, ребята. Моя прелесть. Да. Чуть-чуть до косы осталось. Вот ты, блин, не тормозил бы после того, как этот блок сделаю. Было бы вообще прелестно. А можно было с этой стороны, да, подняться? Подожди. Остановили. Так. На. И сколько ты мне дашь? Ну до 5000, конечно, не доберу, да. Ну зато стол еще. Летают, и крылья сейчас еще сами спадают. Пройдем назад, посмотрим, что у нас есть.
Там нету ничего. Ну, как я вижу. Нет, мы все-таки сходим туда. Опа. Надо еще раз попробовать. А вдруг получится? Кто-то вот здесь под лестницей. Нет, нету никого. Давай. А то, блин. Если там что-то есть, а я этого не получу, я же потом. Это, блин, крылья недолговечные. Давайте. Давайте. Нет, мне кажется, там все-таки ничего нету, потому что он бы смог туда пролететь. Либо мне надо какую-то штуку взять, которая увеличивает дальность моего полета. Потому что крылья тоже, знаете, почему-то, не знаю почему, но исчезают. Опа, сами исчезли. Так-то вроде как похоже, да, что что-то там есть. Давайте, идите ко мне. Да стой ты! Вот. Давай еще разочек. Сейчас этих. Да. Вот так. Теперь ты пойдем. Должен кто-то вылезти. Должен. Смотрите, какая площадка большая. Ну уже. Ты серьезно, никого? Машину. Вот так. Так, найдя 4 осколка, можно собрать. О, я еще один. Ну все, еще один осталось только собрать. Не, ну туда я не перепрыгну, это точно, даже и пытаться незачем. Так что пока только вперед. Пока путь только. Вот зачем вот эти железо? Что, думаете, дома без них это не удержится? Тут кто-то прикован был, может. Так. Опа. Ну, крылья сейчас временные. Эффект. Ушел. На. Интересно, а души нет, души мне с него не придут. Давай, 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 выше, выше, выше лети. Оп. Как раз в аккурат, я не знал. Только я не знал, что он сзади-то придет. Когда-то. Я все машины оттуда поубирал. Давай, иди сюда. Опа. Кого ты там целился? Подожди. Да, еще одно. Да.
все-таки мне с ним биться надо будет. Только мне пополни, пожалуйста. Ну есть, есть немного жизни. Все, я опять, вот, я ведь помню уже, что она там должна была быть. Так, нам куда? Нам сюда. Опа. Подожди. На. Сколько? Блин, вообще чуть-чуть осталось. Где тут какой-нибудь инвалид, которого можно завалить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а я не знаю, даже допрыгну я до него или нет. Опа. Какой-то огонек. Вот кого мне не хватало, иди сюда. Вы что думаете, сейчас меня сможете остановить, я сейчас. Так. Вот туда мне не надо. Черепушки какие-то лежат. Почему я не могу туда войти? Да. Вот она. То, что я искал. Подожди, нет, а мне наверх надо. Мы так не согласны. Ну нет, я по идее это так-то не смогу туда попасть. Надо сюда попадать только через эту штуку. В этом я уверен. Меня туда пока не пускают. Ладно, идем вниз. Может, мне внизу что дадут? Могу, конечно, сюда упасть. Ну, спустимся. Может, я что пропустить смогу. А так... Богато украшенный ключ с нанесенным на него символом глаз открывает ближайший барьер. А, мы знаем, где этот барьер. Мы к нему так хорошо и давно идем. Да. Все, все разломали, все получили. Идем к барьеру. Сейчас мы его откроем. Я видел то, что там что-то сверкало, мигало, что-то. Я уверен, что нам это нужно. Ага, ключ, что-то выколол, глаз какой-то. Ключ. Так, еще какой-то монстр появился. А, ангелы летят. Почему вы ко мне-то летите? Бить меня за что? Сюда. Так. Никого нет. Уловки демонов. Я знаю, что видел. Он прав. Уриил. Так. Вы кого ищете, ребята? Что-то есть под завесой скверны этого места. Вы чувствуете?
Нечто древнее. Не из града света, но и не из темных глубин. Нечто отринувшее обе стороны. Ой-ой-ой, валим, валим. Вот ты, у меня теперь грифон есть. Боевой. Воины небес, к оружию! Сматывайся! Воздушный бой, господи. Всадник приближается! Так, чтобы выстрелить, чтобы пометить врага как цель для самого... Так, нажмите и удерживайте. Ага, зажать и удерживать. Да. Да. Получаю. На! Получите! Пока, конечно, я не разобрался со всем, как это делается. Но пока вроде как, видите, справляются. Только выше, выше, ниже, лево, вправо. Так. Блин. Так я вроде и к демонам сам-то не отношусь. К ангелам не отношусь. Почему я тогда на стороне демонов-то? Надо уворачиваться, как в Дэнди. Не совсем понимаю. Давайте сейчас с этим птеродактилем долетим до куда-нибудь, спрыгнем с него. Ну и думаю, на этом закончим. Вы все уничтожаете тут. Когда созидать будете? Улететь.
давай. Нет грифонов там. Они еще сейчас с драконом биться не хватало. Или что это такое? Какое-то адское существо. Сумрачный собор. Где ты, торгаш? Вот, что мне точно мне сказали, совершенно. Надо полагать, как-то. Это Тиамат. Похоже, она не ждала гостей. Да это я уж понял. Так. Минутку. Так, надо посмотреть. Здесь я не смогу прыгнуть. А почему? Знаете, почему я смотрю? Потому что вон там, видите, шарики, там можно прыгать. Вот. Иди сюда, где мое оружие? Нет, мне надо мое оружие. Где-то. Грим достал для тебя кое-что новенькое. Не надо. А, вот еще что.
А это что такое? Так, косажница. Гнев смерти, шквал, множество ударов. Резкая круговая атака. А, это навыки, подождите. Резкая круговая атака, так. Гнев смерти, шквал, множество ударов. Ну-ка, что у меня там еще там дальше-то? Подземные клинки, вот можно. Каменная кожа мне вот не помешает. Так. Ну тут для меча, правда. Оружейник. Увеличит урон, наносимый оружием. Только каким оружием? Любым оружием. Эффект при использовании увеличит урон, нанесемый оружием. Давайте вот этот вот. Ты слишком давишь на меня, всадник. Мне кажется, оружие. Это без разницы, какое оружие. Так. Вау, вот этот да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся уже в следующем видео. Пока!